Тихо 2. Как было сказано выше, желание получать со всеми его разновидностями было заключено. В замысле творения с самого начала. Оно было неразрывно связано с шефом, удовольствием, которое творец приготовил для нас. Желание получать это сосуд, а шефа это свет, который наполняет этот сосуд. Свет и сосуд — это то, что оставляет, составляет духовные миры. Они неразрывно связаны между собой. Они вместе спускаются сверху вниз, со ступени на ступень. Чем больше эти ступени отдаляются от Творца, тем больше округляется и увеличивается желание получать, можно сказать. И наоборот, что чем больше желание получать округляется и увеличивается, тем больше оно удаляется от Творца. Это происходит до тех пор, пока не доходит до самого низкого, самого низкого места, где желание получать достигает в нем максимального размера. Где желание получать достигает максимального размера. Это состояние необходимым для начала подъема, то есть исправления. Это место называется мир Россия. В этом мире желание получать называется телом человека. Шефа свет называется жизнью человека. Все различия между высшими мирами в том, что в высших мирах желание получать еще не полностью округлилось, но еще не полностью, но еще не полностью отдалено от света. В нашем же мире желание получать достигло своего окончательного.